Привет всем! Вы на канале American Boy. И что мы сегодня будем делать? Коко открывать. Открывать коко. Коко, для тех, кто еще не знает, это яйцо на леоном языке. Ты готов открывать? Я готов открывать. Давай открываем сначала для тебя бумажку. Коко! И ты сейчас открываешь его наполовинку. Да. Сразу кушаешь? Да, кушаешь. Alright, open it up. И что мы видим? Желтое. Коко. Настоящее желтое Kinder Surprise Coco. Окей. А теперь, ты помнишь, как его надо открывать? Надо давить сильно. Тебе нужна помощь? Помнишь, я тебе говорил? Нажимаешь на вот такой проемчик. Сильно. Двумя руками даже. Ого. Все. А теперь открылось. Давай. Вытаскивай. У Лео собачка. Это не собачка, это лев. А вот это? А это вся коллекция этих игрушек. Давай посмотрим, что здесь может быть. Вот это что такое? Вот. Смотри, сколько игрушек может быть. Может быть лев. Нам попался лев. Будь здоров, спасибо, пожалуйста. Номер 2 – бегемот. Номер 3 – крокодил. И номер 4 – медведь. Это называется cartoons. И он кушает косточку. А там косточка не попалась, нет? Нет. А это инструкция в гарбич, мусор. Это то, что тебе попалось. И львом будешь играться? Как делать лев? Вкусный шоколад? Да? Давай делаем домик для льва. Лев такой заходит. Надо больше откусить, чтобы пролазила голова. Все. Еще больше. Все. Тогда это уже не домик. Что это получается? Но мне кажется, чем вкуснее из Нидерландов вот эта вот вещь, чем само коко. И, кстати, Kinder Surprise тоже из Нидерландов. В США они не продаются. Нелегально. Привезли с Амстердама. Еще. А это в США, когда ты будешь послушным, когда ты красиво так уберешь, ну вот там некрасиво, мы тебе еще раз дадим открыть. А сейчас давай со всеми попрощаемся. Скажи thank you very much. Что ж, вы были с нами. Thank you very much. Лео. Лео. Bye-bye. Подписывайтесь на канал и ставьте. Упала. Упал лев. Ищи.